Всем привет, с вами Маски Ликс. Специально для тех, кто пропустил презентацию Samsung 20 февраля, я расскажу вам, что представила компания на своей презентации в двух словах. Погнали! Презентация изначально была посвящена флагману компании, новому Galaxy S10. В этом году линейке исполняется 10 лет с момента выпуска первого смартфона, а у самой компании Samsung еще более крупный юбилей, ей 50 лет. На презентации нам показали аж 4 смартфона под маркой Galaxy S10. Это Galaxy S10e с диагональю экрана 5,8 дюймов, Galaxy S10 с диагональю 6,1 дюйма, Galaxy S10 Plus с диагональю 6,4 дюйма и Galaxy S10 5G с диагональю аж 6,7 дюйма. Этот смартфон отличается тем, что работает в новых 5G сетях. И казалось бы, столько новых смартфонов в один вечер, но это еще не все. На презентации произошла настоящая революция. Samsung представил нам первый смартфон-безрамочник с гнущимся дисплеем и обозвала его Samsung Galaxy Fold. Кстати, отдельное видео по поводу новинок Galaxy я уже загрузил на свой канал, так что переходите и смотрите. Также Samsung представила нам свои новые наушники Galaxy Buds, в которых применена новая технология, которая позволяет слышать происходящее вокруг за счет усовершенствованной системы Ambient Sound. Футляр, идущий в комплекте, позволит быстро заряжать свои наушники. Кстати, заряжать их можно и от нового смартфона Galaxy S. Достаточно просто положить футляр на заднюю поверхность смартфона, и зарядка пойдет. В России наушники будут стоить 9990 рублей и будут доступны в трех цветах. Оникс, сливки и цитрус. Также были показаны умные часы Galaxy Watch Active с диагональю экрана 1,1 дюйма. Они позволяют отслеживать состояние сна, артериальное давление и уровень стресса. Часы Galaxy Watch Active будут доступны в 4 цветах: черный сатин, серебристый лед, нежная пудра и морская глубина. В России они будут стоить от 16 990 рублей. Браслеты Galaxy Fit и Fit E отслеживают параметры организма во время физических нагрузок, а также бесперебойное наблюдение за состоянием здоровья. Обе модели защищены от влаги. Что ж, это все, чем поделился с нами Samsung на презентации 20 февраля. И это все, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинок Samsung. Ну а с вами был Маски Ликс, всем пока!